день рождения. Точнее, мы отмечаем день рождения. А это вы совершите? Джульетта. И я не буду говорить, сколько моему другу лет, но самое главное достижение, что он старше меня. И дай Бог скоро выйдет на пенсию, а я еще молодой побегу. Когда я хотел поздравить свою маму, и меня не было в Израиле, мне хотелось передать ей свои чувства. Я хочу сейчас это стихотворение прочитать и Исаю, и Джульетту. Рядом прям тиха, и, кстати, тоже симфонический нам помогал. То, что вы сегодня для нас делали прием, столы кавказские, это все у нас до... Кто лучше, круче, это все понятно. Но была атмосфера, мы сегодня все вспомнили, посидели и вспоминали наше детство. Я хочу, чтобы дальше по жизни шли вместе. Потому что Джульетта, когда встречала, вы еще жили на съемной квартире, я помню. Когда ляльки были маленькие, видеограф, который сейчас работает. Потом, когда ты был удивлен, открыл рот, как ребенок, увидев Дербенте. Если у меня такие стихи, я хочу, чтобы они несли тепло в ваш дом. Твой день рождения проходит без меня. И час за часом растворяет день. Приходят с поздравлениями друзья и оставляют ностальгии тень. По тем годам, что больше не будет. Когда веселый, беззаботный смех, все трудности пути умел свернуть. Когда мы так сумели повзрослеть? Теперь все чаще думаем о том, что делаем. И как же мы живем? Боимся, что попало говорить, чтобы потом прощение не просить. Конечно, нас простят, как и всегда, но в памяти обиды затаит с каждым годом. Все труднее мириться, твой день рождения проходит без меня лишь в этот раз. И больше никогда я не оставлю тебя. Я хочу, чтобы вы это говорили друг другу и обязательно день рождения будем. Спасибо. Спасибо тебе. Ну, всем всем, всем вам тоже.